Бюст Ареса. Скульптура изображает беспощадного, свирепого бога войны Ареса, источника гибели и разрушений. Это копия XIX века с римской работы. У римлян Арес был известен как Марс. Одно имя Ареса вызывало у греков ужас, хотя в облике бога его носившего не было ничего внушающего отвращения. Война для Ареса была смыслом существования, и он никогда не задумывался над тем, справедлива она или нет. Обезумев при виде крови, Арес убивал всех без разбора, правых и виноватых. Иногда Арес, смешавшись на поле боя со сражающимися, издавал вопль, подобный крику, который вырвался из груди 10 000 мужей. Услышав вопль Ареса, сражающиеся переставали быть воинами и становились убийцами. Неудивительно, что смертные считали Ареса виновником всех своих бед.